Как часто вы разговариваете с детьми о них самих? А вы знаете, что ваш ребенок думает о взрослых? Подобные вопросы очень полезны, чтобы понять, чем и как живет ребенок. Позадавайте своему ребенку вопрос. Первый вопрос. Легко ли быть ребенком? Легко. Да! Легко. Да. Легко ли быть взрослым? Сложно. Да! Сложно. Да. Маленьким ребенком. Где живут сны? Там. На твоей кровати, уточняю, да? Да. А когда ты не спишь, где они? Куда-то уходят. Везде. А когда ты не спишь, где они? В башке. В голове. А когда ты не спишь, где они? В травке. А нет. А когда ты не спишь, где они? Дома. Во сне. А когда ты не спишь, где они? Все мой. Почему люди читают книги? Почему-то им надо читать. Потому что. Чтобы быть умнее. Хотя быть умнее. Почему-то они вот так чик-чик-чик. Кем хочешь быть, когда вырастешь? Человеком. Всем. Я хочу быть всем. Архитектором. Пожарным. Малышом. Если бы у тебя была волшебная палочка, что бы ты сделал? Волшебил бы палочку. Я бы... Вот поэтому у тебя ее нет. Вот поэтому у меня ее нет. Я бы загадал бесконечную пачку айфона. Пожелал грома. Ну, какая херта бы с неба падала. Чтобы что падало? Ну, какая херта с неба. Конфет много с неба, как у Нюши. Вот так. Молодец. Ага. Каким должен быть лучший друг? Понимающим, дружелюбным, веселым. Таким, чтобы он был сильный. Тупым. Хорошим. Повторяясь то, что он сделает. Хороший. Как можно наказывать детей и за что? Детей... Можно наказывать за причинение вреда другим детям, только вот за это. И за ломание каких-либо предметов, за какие-то другие случаи их наказывать, я считаю, нельзя. А как? Каким образом? Каким методом? Каким методом? Поставить в угол или, не знаю, забрать у них сладкое. Ни в коем случае не бить. Можно наказывать детей за плохие поступки. Только если бы ты их. Только если бы ты был ребенком, если бы ты их не делал, то тогда можно их наказывать. Под молнию поставить. За плохой поступок. Молодец. Чему бы ты хотел научиться? Я бы хотел научиться учебе. Я бы хотел научиться саморегенерации. Научиться летать. Вай-фай. Буквы писать. Молодец. Так прыгать на скакалке. Замечать. Да-да. Почему люди болеют? Потому что они так живут, что они заболевают. Обычно как? Люди заболевают из-за своего выбора. Потому что они это изучают что-то новое. Это вирус. Болели, потому что на улице холодно. Особенно на сильном поезде. Почему-то охраняется я.
Как бы ты хотел, чтобы тебя баловали? Деньги. Money. А что такое баловать? Я бы хотел, чтобы покупали новые костюмы. Никак. Макароны. Хотел ли бы ты иметь брата или сестричку, и почему? Если брата, то такого же возраста, как и я. Да, брата, потому что он бы мне помог. Кого? Сестричку. Твоя самая любимая игра. И как в нее играть? Гаррис Мод. Самая любимая игра — это прятки на улице. Животные. И как ты с ними играешь? Я показываю животные, а другие отвечают. Секрет. Это называется прятки. На скамейке и кататься. Чего ты больше всего боишься? Училки по географии. Я больше всего боюсь, чтобы ко мне в рот заполз слизняк. Львов. Соха. Какой праздник больше всего любишь и почему? День рождения. Потому что там я получаю то, что ждал целый год. Бонусы. И мои родители получают то, чего ждали весь год, чтобы я замолчал и не просил подарок на день рождения. День рождения, потому что на нем мне дарят подарки. Я хожу в развлекательный центр. День рождения, Новый год. Почему? Потому что это фейерверки. День рождения. Хэппи Бёрдэй, что там дают подарки. Молодец. Почему люди обижаются? Что может обидеть тебя? Меня почти ничто не обижает. Я на все реагирую спокойно. А в основном в позитивном ключе. А почему люди обижаются? Люди обижаются, потому что им обидно. Меня может обидеть только если у меня что-то заберут. Я обижусь. А что обижает людей, как ты считаешь? На что люди обижаются? Например, на то, что у них что-то там не так. Грубость. Потому что их поют. А что может тебя обидеть? Обсыпаться. Они плохо веселятся. Что такое плохое и хорошее настроение? Плохое — это плохое, а хорошее? Плохое настроение — это когда тебе не весело. Хорошее настроение — это когда тебе весело. Плохо — это когда плохо. Хорошо — это когда хорошо. Когда сделай то, что он хочет. Это хорошее настроение? Не знаю. Там мост уже. Понятно. А хорошее? Хорошее. Покажи, какое хорошее настроение. Такое. Молодец. Какой герой мультфильма или сказки тебе нравится больше всего и почему? Герои мультфильма или сказки? Хорошо, или фильма? Или фильма. Постарше. Ну, не знаю. Спанч Боб. Спанч Боб вообще четкий пацан. Крипер. Потому что он умеет взрываться, а потом заново появляться. Почему? Потому что он быстрый.
Собачек Миню. С кем тебе больше нравится дружить, с мальчиками или с девочками, и почему? С мальчиками. С ними легче найти общий язык. Одинаковый интерес. И с тем, и с тем. С мальчиками. А почему? Что они хорошие. С мальчиками. С мальчиками. Что ты любишь больше всего? Хорошо. Так. Компьютер. А что ты не любишь? Больше всего я не люблю, когда у меня забирают. То, что я больше всего люблю. Я люблю платошку. Я не люблю пауков. Красный цвет. А что ты не любишь? Бетон. Летать на самолете. А что не любишь? Не люблю я купаться в грязи. Кассетки. Что ты не любишь? Что тебе не нравится? Что? Перец. Что, перец? О чем ты мечтаешь? Я мечтаю начать зарабатывать деньги. Чтобы я смог во сне ходить, то есть управлять сном. А носороги? Хочешь носорога? Да. Домашнее животное? Да. Мечтаю я, чтобы я залетал на самолете. Макароны. Какая еда самая-самая вкусная на свете? Пельмени со сметанкой. Все. Самая-самая вкусная еда — это оливки с рыбой. Петух. Кукуруза. Яблоко. Хорошо. Что ты находишь удивительным в мире вокруг себя? Я нахожу удивительным, не знаю, меня уже ничего особо не удивляет. Это животные. Трава. Ураган. Да. Мосло. Что ты считаешь чудом? Чудом? Это когда вырываешь страницу из дневника и не видно. Я считаю чудом, это когда ты упал с 19 этажа, на голову отскочил на 50 метров и потом вот так вот отскочил от каждого балкона на свой этаж обратно, тоже вниз. И не поранился. Хамелеон. Ураган. Мосто. Есть что-то такое, что ты не сделал и теперь жалеешь? Есть. Не начал учиться в 4 классе. Вроде нет у меня ничего такого. Хорошо, ладно. Что? Не помог другу. Ясно. Просто так. Порезать бумагу. Молодец. Что ты хочешь сделать в скором будущем? Я хочу начать получать более высокие оценки, чем получал до этого. Я хочу путешествовать. Пить воды. Сасик пойти. Ой. Волну. Волну? Да. От чего ты можешь заплакать? От удара по лицу. Я могу заплакать, например, если я очень сильно поранюсь, что у меня вылезет чаще кровь. От лука. Забивают кошки. Когда обижают тебя? Да? Да. Где тебе хорошо? Мне дома хорошо. Мне хорошо везде там, где можно лечь. На улице зимой. Я хорошо на сильном поясе. Что бы могли родители сделать для тебя, чтобы ты был счастливее? Подгрузить компьютер. Оправиться в путешествии. Купить радиоуправляемую машинку. Давай, чтобы они не повезли на ракету.
Птичку. Птичку. Какой у тебя был простой день, не праздник, когда ты был счастлив? Простой день, не праздник? 31 мая. Начало Почему? Летних каникул. Сегодня. Волк. Парк. Был в парке? Угу. Прыгал на паркнете. Я помню, как мы купались в речке и как я был в бане. Такое. Где лучше, когда ездишь куда-то или дома? Когда дома. Когда я где-то. Дома. Туда. Ездишь, да? Да. Когда ты совсем один, то что делаешь? Сижу в компьютере и ем. Я сижу в компьютере. Смотрю мультики. Листик. Листик? Чего тебе не хватает? Мне не хватает денег и оценок. Мне не хватает зрения. Хватает белой краски. Шипусик. Бумаги. Если бы ты что-нибудь мог поменять в нашей семье, то что? Ничего пока не хочу поменять. Я бы поменял свою комнату. На какую? Я бы сделал, знаешь, что тут все зеленое. Сделать всех не психованным. Комнату всю. Поменял деньги. Деньги? За что ты обижаешься на родителей? За то, что кричите. За то, что меня ругают. Что они ничего не понимают. Что они не идут, куда я говорю. Что они плохие. За что ты любишь родителей? За то, что вы можете поднять мое настроение. Что меня можете понять и простить. За то, что меня хвалят. Они... У них есть деньги. Я люблю их, когда они сделают то, что покупают, что я хочу. Хорошие. Если бы ты мог помочь каким-то другим людям, то что бы ты сделал? Я помог. Я бы это дал им денег. Помог ему принести что-нибудь. Помог. Игрушку дать сколько. Молодец. Да. Каким ты видишь себя через 10 лет? Через 10 лет я вижу себя таким красавчиком, у которого есть компьютер, монитор, клавиатура, мозги и мышка. Я себя вижу путешественником. Быстрым. Ошколёво. Такой. Покажи маленький. Какой. Маленький? Да. Спасибо тебе за ответы. Пока. Платоша, а что ты об этом думаешь? Что? Да? Да. Да. Да.